Джон, видите, я говорила. Они подвергают риску всю нашу общину. Что это? Септик? Ни один септик, еще не пах так вкусно. Это барбакоа. Что за барбакоа? Мясо, приготовленное в земле. Жарить мясо прямо в земле? А так можно? Да. У нас так можно, мистер Непредвзятость. Ой, ну все, Эллен, кого-то сумасшедшее вызвало теперь. Позвоните в полицию, этот человек опасен. Я опасен? Это ты опасна. Кажется, здесь какое-то недопонимание. Нет, я все правильно понимаю. Она выглядит как милая старушка, но она злобная расистка. Кого ты старушкой назвал? Серьезно, тебя именно это задело? Я не расистка, мой садовник испанец. Она вызвала копов на той неделе на день рождения моей дочери. Они размахивали битой. Разбивая пиньяту, ты ненормальная. Да, и я буду вызывать полицию, пока кто-то что-то не сделает. Звонить в полицию больше не придется. Я произвожу гражданский арест. О, хорошо. Руки за спину.